Всем сегодня я мистер Электрон, и сегодня я буду играть вот в эту вот игру «Выстрел с запада». Это клон игры, фу ты, заговариваюсь. Это клон замечательной игрушки от компании Gameloft Six Guns. Это ее клон, она весит чуть-чуть, я ее взломал и стал скачать Six Guns, потому что он у меня есть на планшете, но я его качать не хочу. Просто хочу вот поиграть вот, ну, вот в клон. Тут, в принципе, графика только похуже, и все. Смотрите. Вот у меня взломка. Смотрите, вот как я вот тебе своего нарядил. Тут тоже можно покупать лошадок. То есть вот управление такое, ну, кривовасенькое, но играть можно. Я нечаянно уже зашел на миссию. Ну, как нечаянно, специально, без записи. Чуть-чуть в нее поиграл, освоился. И теперь вам хочу показать, что здесь есть. То есть вот есть вот такая вот кнопка Store. И тут у нас, короче, вот магазин. Тут мы можем купить одежду для нашего чебурека. Вот, например, вот у меня такие вот механические. Можем купить ему вот такой. Вот. Но я больше как-то придерживаюсь к металлическому. Есть что-то такие вот оружия. Я сейчас хотел бы себе прикупить, потому что у меня... Честно сказать, говняное оружие, потому что я, ну, его не заметил. То есть сейчас он, вот у меня вот самый крутой этот меч, ой, не меч, а нож. Так, я оставлю себе, наверное, пистолет и куплю такой дробовик. Да, вот такой дробовик куплю. Вот, и я вам еще хочу показать. То есть тут можно покупать лошадок. Вот они, 6 лошадок. И всякие зелья. То есть я сейчас прикуплю патрончиков. Поиграю я сегодня без звука, если вам понравится такая рубрика. Ну как рубрика, чтобы мы ее проходили, эту игру. То пишите в комментах, и мы с вами будем ее проходить. Так, зачем я сейчас села на лошадь? Мне же надо бар показать. Так, давайте я вам покажу сначала, как стрелять вот на вот этом вот чувачеве. То есть вот в левом верхнем углу у нас есть такая вот панелька, там, где мы можем менять оружие. То есть вот нож. Давайте вот я вам сейчас... Что так стал как-то? Что-то мы можем обрезать. Вот такой вот у меня пистолет, что-то типа какого-то... Не знаю, как... Ну, какой-то у меня он вот такой вот револьвер. Чем я стреляю по своей же лошади? Не знаю. Так, вот новый дробовик. Я его еще не тестил. Такой, наверное. Так, садимся на лошадь. Тут еще можно стрелять с самой лошади. То есть вот. Так вот мы едем и можем стрелять. То есть вот я вот этого чувачелу хочу сейчас попасть. Или это тетка, не знаю. Так, вот так вот мы можем стрелять. Можем и без лошади. Но я стреляю почему-то с лошади. Я бахнул. Нет. Да, блин, она вот эта вот, тут вот эта вот лошадь, она крутая. Вот она очень сильно шустрая. Вот в чем вся соль. То есть, ну, на ней тяжело ехать. Давайте я вам покажу, что тут есть. То есть тут за место, если в Six Guns там огроменная территория, ты можешь там хоть где ездить. Но вот в этом вот вся, ну, вот это вот все, то тут территория закрыта. То есть вот мы не можем прыгать на лошади, а там вроде бы это было можно. И у нас тут специальные порталы и все. Такая вот карта. Тут у нас, мы ее можем так вот приблизить. Вот она вся. Это очень мало для такой игры. И поэтому советую разработчикам уменьшить карту. Потом вот мы можем еще использовать вот такие вот зельки. Ну и в принципе все. На этом, я думаю, можно закончить. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте очень много лайков, не забывайте про мою группу ВК и про мое пиарное агентство. До свидоса, мингус, мингус, до свидоса.